Сборная по спортивной гимнастике проводит в Сочи восстановительные сборы. Именно в августе сюда они приезжают уже много лет подряд. В команде 25 человек. Юниоры вернулись с чемпионата и первенства Европы, на котором, кстати, выступили весьма успешно, завоевав медали и в личном, и в командном зачете. Девочки заработали и золотую медаль, и две серебряные медали, и бронзовую медаль. То есть, ну, достаточно хорошо. Ну, были некоторые проблемы, трудности. Ну, не трудности даже, а ну, некоторые ошибки. Девочки, ну, вы сами видите, они еще маленькие. Для них это был первый такой серьезный старт. Юноши приехали в Сочи практически сильнейшим составом. На сборах два новоиспеченных чемпиона Европы. Сейчас главная задача и для юношей, и для девушек – это восстановление. Для каждого подобраны индивидуальные процедуры, цель которых – подлечить накопленные за год травмы. Вообще, как бы для восстановления очень полезно море, потому что в основном все живут, ребята, кто в Сибири, кто в центральной части России, поэтому не всегда получается в связи с напряженным графиком сборов выехать куда-то на моря, подышать свежим йодистым воздухом. В Сочи спортсмены проходят медицинское обследование, плавают в море и проводят щадящие тренировки. В таком графике на побережье гимнасты будут работать до середины сентября.